Итак, ребята, сегодня прокачали АУК до 10 левела. Это очередное видео по OpenCase, наверное, одному из самых большого в России вообще в целом. Поэтому всем приятного просмотра. Не забывайте поставить лайк, оставить комментарий. Ну и всем хорошего настроения. Получается, открываем кейсики. Всем привет. Прокачиваем АУК. Как всегда, самые первые. Ну что, давай тогда сразу открываем. По 10, ну, получается. Ну, ну да, погнали, что. Ну, как обычно, начало у нас... Начало такое. Да. Никто не... Ну да. Игорь, мне кажется, надо на Европе открывать. Мне кажется, там как-то сыпет. О, ни хрена, MP9 какая-то. MP9 скинчик, да, новый. О-о-о! Тру-ла-ла! Что, будет АУК, как думаешь? Первого? Навряд ли. Ну, нахрен мне этот коряк. Такой уже был, кстати, и не, был не в золотом. Да. О, неплохо. Неплохо, неплохо. Пока у нас два золотых всего лишь. Пока два золотых упало, да? Ну, я, если честно, верю в эту фигню, что на России реально что-то не сыпет нифига. Ну, вот сколько мы открыли, да, золотых вообще не высыпало. Ну, я реально в это верить начинаю. Полимеров. Потому что сколько мы на России не открывали, всегда какая-то шляпа. Но как только ты переходишь на европейские сервера, всегда нормально сразу начинает сыпать. Давай сделаем так. Да лобби-то тут не особо роляет. Ну это уже даже на самом деле не особо смешно. Ну вот я и говорю. Ну вот золотой. О, миник прикольный. Прикольный, кстати, миник. Для тех, у кого нет прогрессив скина, мне кажется, это будет топовый какой-то. О, неплохо. АУК сюда. Сюда. Копилочку. Сюда просто. Отлично. Надо еще два АУКа. Как минимум. О, два кейса золотых, отлично. Чертеж неплохо. Эх. Ну это фигня. Сюда. О, еще один. Отлично. Отлично. Хорошо. Ну, кстати, получше, чем... Ну, чертеж тоже неплохо. Неплохо. Не, получше сыпет, чем предыдущие ганы какие-то. Ну, АУК. Эх. Ну, роднучок. Эх. Ну, тут корячочек. Корячок. Так хорошо было. Ну, так хорошо сыпало, да. Ну-ка, давай, роднуля. Вообще, смотри, сколько золотых не было. А это что, эйс какой-то, да, новый еще? Да, это новый эйс какой-то, да. Офигеть. Ну, два уга выбили. Ну, опять карик золотом.
Ну, это где-то пока до 6-го, до 7-го, да. Ну, там смотри, как они сделали, интересно. Там на 10-м только, типа, все светится, все мигает как-то. Значит, надо и до 10-го и докачать. Ох, опа. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Да. А за этот миник, наверное, 800, да, полимеров должны дать, по идее? По идее, да. Ну, карик в золотом такой, который падал раньше с каких-то серебряных, ну, такое. Ну. О, да. Еще один. Ну, 3 ауга за 50 тысяч джикоинов. 3 ауга за 50 тысяч джикоинов. Подожди, еще, подожди, еще не все. Ну, и крайние. Давай, родной золотой. Опачки. Ну, еще один. 4. Нет. Ну, карик. Причем карик такой, он был же не в золотом. Аук. Ну, пока 7-й. Применить. Сейчас посмотрим. Пока только до 7-го горит. Ну, уже скин убийства будет. Скин рукоятки. Дальше ящика. Прицелы. И вот они, блин, сделали, конечно, интересно. В этом плане. Приятного аппетита. Спасибо. Все, let's go. Так, до 10 левела. Да, вот видишь, 5, сразу 5 покупаю. Угу. Ну, подожди, сколько джеккоинов? Сейчас нисколько пока. Вот сейчас будет 56. 56 тысяч. Угу. Да. Еще, ребят, на 56 тысяч джеконов. В итоге 112 тысяч, да, получилось. 113. Давай, let's go. Да, 112. О! О, сразу золотой. Миник. За миник, кстати, всего 200 дают полимеров. Очень странно. Раньше за батлстат пушки по 800 отваливали. Ну, один чертеж. 11 осталось. Аук. О, да. Один есть, надо еще два. Подожди, 11, это 4 у нас получается. Да мы считали, 4. Надо еще два. Минимум. Если ты выбьешь еще два ауга, то ты и лобби потом еще купить можешь. Да. Давай. Ну, должен выпасть. О, золотой. Аук. Давай, аук. Ну, блин, коряк. Нахер этот коряк. Ну, за коряк 800 полимеров. Полимеры тоже нужны. О, нифига, 3, что? Давай сначала открывай. Не, не все, не все. Вот эти сначала. Да-да-да. Давай, ну в нижнем аук, в нижнем аук. Давай. Ай, и справа сверху тоже аук. Нет, миник батлстат. Ну тут два миника, один аук. Ну неплохо, три. Неплохо. Три золотых, еще, офигеть. Аук. Блин, миников сколько сыпет. No. Давали бы 800 полимеров, было бы вообще огонь. Почему реально так мало за них дают? О, еще, отлично. Черт, ну это тоже надо. Если еще один чертеж выпадет, то, в принципе, можно еще один аук только выбить. Вот хорошо, золотые сыпят, да? Угу. Но не этот. Но нет аугов. Да.
О. Ну, аук. Да. Е. Ну все, кайф получается. Ну, еще один аук давай сделаем и потом потратим джикоины на что-то другое. Ну, ты можешь сет новый купить. Там есть сеты всякие. Ну, да, я бы сетик новый купил. Ну, тебе надо еще посмотреть, сколько у тебя этих. Я говорю, что надо еще один. Старьевщики. Угу. Прикинь, я вообще перестал осыпать золотые. Нет, вот сейчас будет золотой, смотри, и там будет аук. Ты смотришь? Внимательно? Давай, открывай. Сука, миниксаны. Ну ладно, давай еще раз. Сейчас еще раз золотой, и там будет аук. В левом, снизу. В левом снизу аук, ребят. Ну, можешь сначала правый открыть, а потом левый, если хочешь. Два ауга, чё? Каких два ауга тебе упало? В смысле? В смысле два ауга, блин? Ну все? Ну все, ребята. Легендарный момент. Девятый. И сейчас должен мультик быть. Сейчас должен мультик, ребят, быть. Должен мультик быть. Давай. Погнали. Воу. Вот он. Ну вот же он. Аук 10-го левела, ребят. Красота. Красота.